Э! Там это, Виктор Павлович обратно зовет. Ну, ладно, Генуля, ну не дуйся на старика. Ну, вспылил немного. Ну, бывает. Ну, нервы что-то сдают. Да ладно. Садись. Да что вы, Виктор Павлович, я не думал дуться. Я ведь своей вины с себя-то не снимаю. Ну и славно. Нам о деле нужно подумать. Дело-то все равно вместе придется делать. Я вот что подумал, Виктор Павлович. Надо бы барону этому похороны попышнее устроить. Через прессу объявить. Ну, как у вас там делается? Зачем? Съедется немеренная толпа людей, из которых 3/4 вообще Михеева не видели, а половину вообще не слышали. Но ведь придут и такие, которые лично знали старика. Надо будет отфиксировать похороны с разных точек видеокамерами, потом поработать с видеозаписью. И если остались у барона близкие друзья или родственники, а ведь он что-то там про свою жену плел, то они обязательно появятся на кладбище. Обязательно. Там ведь разные люди будут, Гена. И кое-кто не хочет, чтобы мусора его снимали. Там кое-кого и задержать могут. Ну, ладно. Издержки есть в любом деле. Хлеб режут, крошки остаются. Дальше? Далее. Надо как следует пропасти этого журналиста Серегина. Старик ведь почему-то на нем настаивал, когда выдумал эту тему с интервью. Очень странную тему. Значит, за газетчиком надо ставить ноги. А уж совсем неплохо было бы прилепить глаза и уши. Темная лошадка этот журналист. От него явно комитетом пахнет. И если он хоть как-то связан с конторой, то устанавливать за ним официально наружку крайне рискованно. Значит, журналистом должны заняться ваши люди, Виктор Павлович. Это тебе. Возьмешь домой, чтобы жену побаловать. Спасибо. Вы прям как Сталин, Виктор Павлович. Не самый дурной пример для подражания.